Открыть служебный вход. Я не понимаю, что это делает. Кто? Что? Нахуй. Блять, выискивать каждый угол. Это просто жизнь. И... Я застрял. То есть очень все хорошо. С игры? Да, ее совершенно не надо было патчить. Зачем? 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 Это великолепная игра. Где? Что, где? Где? Что? Вижу. Блядь. Трясающие прыжки работают. Я нажимаю, но... Еще раз. Это не ломается. Интересно. Интересно, в кино. Вот почему. То есть, какие-то ломаются, а какие-то нет. Что, блядь? Браво! 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 What the fuck? Алло! Игра! Ты будешь работать сегодня? Нет, я так понимаю. Оп. Еще раз могу выстрелить. Это не работает. Это не работает. Что, блядь? Потрясающая игра. Проработка. Я не знаю, как они это делают. Зачем это не делают? Почему одно можно уничтожить, а другое нельзя? Они... Я не знаю, они... Может, я наношу...
Шо не так сильно? Не знаю. Не знаю, что с этой игрой не так. Почему она не работает, игра? Почему? 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 Отлично, просто не плей. Может, здесь что-то есть? Вон он, вон он, вон он. Вон еще один, который не ломается. Почему? А, нихуй знает. Может, игра так хочет. Может, вот это находишь, чтобы вы могли сломать, а вот это нет. Ну это бред же. Это кривой геймдизайн, когда ты в одном моменте запрещаешь, а в другом разрешаешь. Потому что вообще не оправдан. Новый режим. А, зона компьютера, мистер Синклер. Я да ла 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 ла. Прыжок. Еще раз прыжок. Пиздец. Выключение. Внимание. Персонал. Охранная система включена. Да-да-да. Выключите. Лифт уедет наверх вскоре после отключения охранной системы. Да. Они не исчезли. Вот и похуй как-то. Они, видимо, ну, совершенно не защитны. Это будет управление. Только лица заслуживающего, да? Открыть. Еще, блять, я не заслуживаю.
А где Мэбри? Конечно. Можно обменять? Он активный терминал выкинул. Бар 20. Нет. Я не понял, как винтовка насколько. Я не помню, как эти винтовки начинают. Civilization. Перепрограммировать. Что значит? Вера, вера.
Хвена. До веры. Если ты читаешь, что мои строки оказались реальностью, это просьба о прощении. Надеюсь, ты поняла, что означали мои последние слова, если так они привели тебя сюда. Тут ты будешь в безопасности. Я знаю, что они означали для меня, и боюсь, я оказался здесь в ловушке. После нашего разговора сегодня вечером я удалю предыдущие записи. Тебе было нелегко, и я прошу прощения за то, что через что я заставил тебя пройти в молчание. Я знаю, что хотя ты не любишь меня, ты не хотел бы. Не знаю, я знал о твоем плане вместе с Дином ограбить казино еще до того, как ты мне рассказал. То, что я услышал об этом от тебя, не слишком помогает, но как бы то ни было, я рад, что ты сказал об этом сама. Я понял, какими записями он располагает. Я не думаю, однако, что кто-то из вас осознавал, как возникло твое пристрастие. Какая трагедия с этим связана? Я подозреваю, что люди не поверили бы тебе в любом случае, так что уважай твое желание держать это все в тайне. В тайне от всех. Эту виллу, это казино. Я строил для тебя, ясно стало, что мир безудержно стремится к войне. И оно должно было послужить моему желанию защитить тебя. Займы, вклады, инвесторы, все тратил на строительство. Я знаю, что это все не будет иметь значения, когда разразится война. Я хотел создать убежище, укрытие от радиации и бомб. Один сам попавшийся раскрыл мне свои планы, я понял, что случилось, как меня хотели провести в течение некоторого времени мною. Водили черные мысли, я превратил хранилище казино из убежища в ловушку. Я знал, что первым сюда должен войти Дин. Он должен был умереть здесь, и его смерть была делом его собственных рук. Пусть, однако, что я перестарался, единственное безопасное место в казино — хранилище. Я пытался перенастроить систему, изменить программу, но не смог. Я попробую еще раз повезти струмен. Ну, у внешней платформы, посмотрю, можно ли что-нибудь сделать, подозревая, что ничего не получится. Если ты спустишься сюда, не открывай документы, заглавленные личные записи. Там только сообщение для Дина, его просмотр запечатать двери, нельзя будет выйти наружу. Даже лифт автоматически поднимет дверь наверх и останется там. В хранилище должно хватить припасов, чтобы ты могла продержаться, пока не прибудет помощь. И позаботился о том, чтобы здесь было достаточно медикаментов, и ты могла бы чувствовать себя комфортно. Голограммы защищают казино от врагов, а голографический маяк на вилле будет посылать сигнал о помощи. Так что тебя найдут. Когда не минует опасность, придут спасатели. Надеюсь, ты смогу прочесть это. Это знаешь, что я любил тебя. It's mine. Как ты получил доступ к моему пип-бой? Ты спустишься наконец? Если ты не слышишь сюда, я уничтожу хранилище со всем содержимым. Смотрим, насколько защищено, когда я взорву ошейник. Мне достаточно уничтожить один терминал или одну геозапись. Забудь про хранилище, лифт. Это единственный пульт.
Зайти и вечно зарычать там наверху, не имею возможности спуститься, эта мысль нравится мне все больше и больше. Между этажами? Нет, не думаю. С собой таким говном. Боже. For everything. Пофиг.
faster, better, faster, better, stronger, longer, faster, better, longer, stronger, faster, better, longer, stronger. Go, come back is real, come back is fucking real. Oh my god, no, no. No. Ты сейчас сдох. Короче, надо что-то выкидывать. Бежать. Я все могу.
раз. Кашись. То есть, ладно, без вопросов. То есть я пойду раньше. Сейчас гукну отрублю. Скотина. Застрял. Так, я запутался.
Ну прыжок. Можно же успеть, нет? Сейчас. Еще интересно. Можно ли как-то вот... Надо просто как-то встать вот. Надо будет только вот это. Сука. Did you really think you could steal from me? Что это?
понятно все, понятно. Понятно с этой игрой все. Проработка. Heard stories of the Sierra Madre Casino. We all have. This story's different than the others. It's all in promise of beginnings and the ending. Dog forgot himself, as did the voice that raged within him. After their passing, a new voice spoke within the mutant shell. It was difficult for the voice to remember the two it once was. There was the beast, Dog, consumed by hunger. And the other, in reverse, the one consumed by control. Both were driven by need for the other. The courier brought them together somehow, joined the two into one. All that happened at the Sierra Madre was a faint memory to the new personality, like a flickering light in the clouds of the mind. The new voice did not think of the courier again until the battle at the Divide reached his ears. The battle between the two couriers, beneath the torn skies and the old world flag, each bearing a message for the other. And the mutant prayed the courier that had saved him had been saved in return. Dean Domino. Entertainer, singer, thief, had his last show on the Sierra Madre stage. The heist he spent over 200 years planning fell apart, just as the first, by underestimating his partner's strength. Not long after the courier left the villa, the lights in the theater shut off, one by one. Only Dean's hologram remained on the stage, singing silently to an empty room. Still, as consumed as he had been with its riches and ruin, the Sierra Madre had held him captive long ago. Christine, her mission complete, found new purpose as the Sierra Madre's warden. She watched over it silently. By choice. Over time, the ghost people came to see her as one of the holograms. They would watch, silently, as she walked among them. At times, Christine thought of the courier, who had kept Elijah's hand from her throat. The courier reminded her of the other courier she had met in the Big Empty, and wondered if the two had found each other at last. She did not think of them again until she heard the legends of the Divide. The Divide. Where the two messengers, the two couriers, fought beneath an ancient flag at the edge of the world. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses. Some foolishness about it lying in the middle of a city of dead. A city of ghosts, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument, luring treasure hunters to their doom. An illusion that you can begin again. Change your fortunes. Finding it, though. That's not the hard part. It's letting go. Ну что, сейчас кое-кому придем. А.
все мое говно пришло. Да. А где мой золото?